Приветствую вас, мои дорогие друзья. Давненько у нас не было чего-то такого эксклюзивного, отвлеченного, не только по теме сетевого маркетинга, а именно, да, что-то такое душевное для дома, для быта. С вами Лилия Донскова. Сегодня распаковка. Мы сейчас активно занимаемся дообустройством нашего дома, заказали беседку, и я также занялась обустройством гардероба, потому что очень важно завести какие-то полезные, классные, наверное, это называется, как же это называется, гаджеты, нет, да, вот такие классные коробы, коробки для хранения, то есть боксы всевозможные, так чтобы хранение вещей было не только удобным, но и самое главное, чтобы поиск нужной вещи не занимал много времени. И в определенный момент я сразу заказала несколько больших коробок, которые у меня стоят прямо по центру. Если смотрю в зеркало, то они у меня прямо за спиной. И в этих коробках лежат, ну, такие вещи, которыми не часто пользуюсь. Например, сумочки какие-то, там купальники в одной коробке. А сейчас я решила немножечко расширить, да, свою линейку и заказала классные такие коробки для хранения белья. Белья как постельного, так и нательного. И давайте раскроем, что у меня здесь есть. Я заказала несколько разных вариантов. И начнем вот с этого. Оп, раз, два. И раз, два. Так, эти пока уберем. Начнем с маленьких. Итак, первая коробка. Смотрите, как они удобно раскрываются. Оп. Сейчас прям покажу, это очень прикольно. Оп! Сзади молния, то есть это дно. И, кстати, если вдруг будет какой-то переезд, то очень удобно все так же вот и перевозить в этих коробочках. То есть здесь у нас будут носочки или трусики, или и то, и другое. То есть, например, половина будет занимать это трусики, нижнее белье, а здесь будут носочки. Смотрите, какая классная штука. Следующая. Так, здесь, а что здесь у меня будет? Дайте-ка подумаю. Может быть, вы, да, какие-то идеи предложите. Например, маечки. Мы дно вот так закрываем. Я очень люблю, да, свернуть какие-то маечки и понимать, что, например, здесь будет у меня все беленькое лежать. Беленькие классные маечки. И еще одна. Они каждый раз все разные, смотрите, оп, и здесь тоже можно расположить что-то очень удобное и небольшое. Смотрите, все перегородочки зафиксированы, то есть все разложили, удобно достать, удобно потом положить все обратно. Так, скоро меня не будет уже видно за этой горой коробок. И еще одна, оп, тоже небольшая. Я, наверное, часть поделю с Мишей, то есть чтобы он тоже свои какие-то вещи разложил, потому что всегда удобно, когда ты все видишь. То есть это не в пакетах, где нужно рыться, доставать, или не в больших коробках, где все подряд навалено, и я порой даже забываю, какие у меня вещи есть. И было даже несколько раз такое, что я что-то покупала, а потом обнаружила: елки-палки, у меня же это уже есть, зачем я опять купила? А когда вот так сверху смотришь, и вещи все лежат по отдельности, то, соответственно, да, будешь уже понимать, где и что хранится. Так, здесь уже побольше. Так, открываем. Так. И каждый еще в отдельной упаковке. Здесь уже немножко другой формат. Смотрите, то есть если здесь они с плотными боками, то есть фиксированные, их удобно ставить как просто на полочку, да, или в ящик. У нас специально в гардеробе сделаны такие выдвижные ящики, из которых он выезжает полностью, и все сверху видно, где что стоит. Так вот, смотрите, эти уже с мягкими бочками и по бокам ручки. То есть их уже нужно будет плотненько, да, чем-то набить. Ну, кстати, вот мне больше нравится с твердыми боками, но я попробую и те, и другие использовать.
Кстати, да, видите, они все разного формата. Поэтому я когда выбирала, я думаю, я закажу сначала по одному экземпляру, попробую, посмотрю, что будет удобнее, какие мне вот лучше размеры подойдут, чтобы потом уже заказать полностью, чтобы заполнить все ящики и полочки. Вот такой вот. Тоже у него сеточка, дно такая жесткая, упругая сетка. И тут тоже так же можно все разложить. Кстати, очень удобно вот в такие вот, например, вот в такие вот большие класть бюстики. Девочки, да, бюстгальтеры. Вот тут будет очень классно, то есть их все разложить. И сразу видно, где какой. Аккуратненько все доставать. И вот такие. Слушайте, в одном наборе получается по 4 варианта. Представляете, как много. И, кстати, все это стоит очень даже недорого. Я сравнивала цены в Леруа Мерлен. Какие-то вот удобные, да, приспособления, более-менее удобные, они стоят гораздо дороже, нежели вот я заказала на Wildberries. Я вам ссылочки прикреплю, чтобы вы именно, да, вот посмотрели то, что я взяла. Если вам это понравилось, то вы тоже могли тоже такие же заказать. Смотрите, вот такие вот маленькие отсеки, тут маленькие ручки. Естественно, оно все расправится. Когда вещи начинаешь пользоваться, она распрямляется, принимает правильную форму, и будет очень классно. Еще один большой. И один мега большой. Итак, я их сразу два достала, чтобы не шуршать. О, вот этот какой огромный, классный. Слушайте, я даже думаю, что сколько здесь поместится вещей. Представляете, как это удобно. Обычно, например, какие-то футболочки свернула стопочкой, положила, все идеально, красиво, все отутюжила. Просто доставай и бери. Но смотришь, и нужна футболка снизу. Выдергиваешь, все рассыпалось, все развалилось, и уже нет порядка. То есть я периодически в гардеробе делаю генеральную уборку, я очень там много перебираю, раскладываю, опять что-то приходится переглаживать, стараюсь все развесить на вешалке, чтобы оно как бы было более удобно. Но все равно это не так удобно, как, например, вот тут вот разложу маечки и смотрю, так, например, нужна оранжевая, выдернула оранжевую, эти уже не трогаются. То есть они так и будут стоять. Какие-то пижамочки здесь поставить, слушайте, как классно. Я прям уже хочу быстрее побежать в гардероб. Слушайте, здесь прям 5 оказалось в этом наборе. 5 разнокалиберных, разноформатных. А эти одинаковые или нет? Сейчас скажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Слушайте, один побольше, один поменьше. Вот такой короб. Вот такие вот они. Привет, соседочки. И еще заказала один огромный, знаете, для кого или для чего? Я думаю, его приспособить либо под постельное белье. Сейчас я вам открою, покажу. Так, так, так. Ого, какой крутой кейс, смотрите. Так, слушайте, у него прям очень вот это вот плотное дно, оно так гремит, как будто здесь металлические вставки. О, точно. Так, значит, я сейчас его раскрою. Слушайте, какой он огромный, просто огромный чемодан. У нас здесь, значит, получается, окно будет. Здесь внутри, видите, железки. Железки, то есть, чтобы поставить, зафиксировать, или, как сказать, укрепить боковые части, чтобы они не проседали. О, класс! Сейчас я вам открою окошечко до конца. Вот, смотрите. То есть, получается, вот эти боковые части... Ой, сложила обратно. Зафиксированы. Сюда можно положить и постельное белье какое-то большое, объемное, да даже, мне кажется, зимние вещи. То есть вот этот мне прям очень понравился, можно сказать, прям такой короб для хранения. И самое главное, здесь в окошечко видно, и сверху тоже закрывается все на молнию.
Сейчас я сделаю. Отлично, кстати, молния работает. Вот такой вот большой класс. Я, кстати, думала, он будет меньше. Я, кажется, с линейкой не бегала. Хотя, ну, я посмотрела по высоте на полку, он пройдет. Смотрите, как классно. То есть нет никакого бардака. Даже если у вас вот просто шкаф встроенный в стену, или просто какой-то шкаф, и вот там все лежит. Я буду точно знать, что здесь у меня, например, какие-то зимние вещи, или шапки, шарфики в этом будут кейсе, или, может быть, постельное белье. Я посмотрю, что лучше, но, скорее всего, конечно, под зимние вещи. Мне очень понравился вот такой вариант сюда все это сложить. А как вы храните свои вещи? Используете ли вы какие-то вот такие вот специальные приспособления, коробы, или делаете что-то сами, как у меня, например, знаете, я взяла коробку из-под обуви, положила туда вот эту хрустящую бумажечку, да, чтобы чистенько было, красиво, и я туда раскладывала вот свои там всякие мелочи, там в одной носочке, в другой трусике. Но согласитесь, это, ну, тоже не вариант, и хочется, чтобы уж шкаф открыть, и это было действительно красиво. Но я не скажу, что прям как на картинке, но, если честно, было бы здорово, чтобы это было вот прямо как на картинке. Так что вот мои покупочки, хвалюсь вам с удовольствием, и рекомендую тоже задуматься о своем пространстве, потому что вот смотрите, финансовое изобилие, оно ведь тесно связано с тем, что нас окружает. Если в пространстве бардак, свалка, все вещи в беспорядке, вы не знаете, где что лежит, вы постоянно суетитесь из-за этого, нервничаете, тратите много времени на поиск каких-то вещей, то это, естественно, все влияет и на финансовую сторону вашей жизни. Поэтому я периодически делаю чистки, выгребаю все с полок, вычищаю, раздаю вещи, которые не ношу или не пользуюсь. И вот реально я на физическом уровне прям чувствую, как у меня поднимается энергия, как мне становится как-то легко, приходят новые идеи. Вот реально вот свежесть, вот как будто, знаете, такой свежий бриз в жизни. А всего-то нужно просто разобрать какой-то шкаф. Даже иногда достаточно, когда нет времени, разобрать и либо одну полочку, либо один ящик. У меня, кстати, недавно такая же была ситуация. Я чувствую, что какой-то вот застой, вот, ну, нету энергии, нет желания что-то делать, вот какая-то усталость. Взяла просто, сделала на кухне генеральную уборочку, все перебрала, расставила, все вытерла, пропылесосила, протерла тряпочкой, все блестит, и пошел поток. Вот реально, это так классно чувствуется, поэтому я вам тоже рекомендую следить за сигналами своего тела, и как только что-то идет не так, вот реально просто небольшой порядок даже в какой-то отдельной части вашей квартиры или дома привнесут совершенно другое настроение и состояние. А как вы знаете, что все начинается с нашего внутреннего состояния и сонастройки, гармонизации пространства. Я вас благодарю за внимание. Пишите обязательно обратную связь, как вы организуете хранение. А в описании под видео оставлю ссылочки, если вам понравился, например, вот такой вот шикарный, легкий, но очень устойчивый, да, такой. Я думаю, что он и вместительный, и сильный, да, я бы так сказала, что он прочный, прочный такой вот бокс для хранения. Пишите, буду рада с вами пообщаться. И до новых встреч. Всего доброго. Пока-пока.